Всем привет! Воняет жареным котихом. Но кто не знает, как пахнет, попробуйте поджарьте. В общем, занимаюсь я покрышкой. Для тех, кто смотрел предыдущее кино, известно, что я наконец-то установил покрышку такую мощную на колесо заднее. И что-то у меня тут криво. Ну ладно. Криво неровно. В общем, и цепляются эти вот эти за кардан. Вот за там. Ну, вот я уже два зуба отпилил и уже не цепляются. Вот придавливаю колесо тут на всю, как будто как оно должно стоять нормально. Нормально, короче. И вот проходит. Два я отпилил, а вот остальные цепляют. Раз, два отпилены. Это цепляет. И это цепляет. Вот. Ну, посмотрел, нормально отпилил. Короче, вроде как нормально. Вот, зазор есть. Зазоринг. Даже вот один чуть перестарался. Ну и все. Будем сейчас пилить все остальное. Жарить котихи. Ну вот так вот, кругом эти даже в глаза не пытались залететь. Ну и я уверен, что на морде они висят тоже. Вот так я пилил. Ну, достаточно красиво остались и шипы по боковые. Основание их осталось хорошее. То есть, как бы я их не уничтожил. Я видел много видео, где просто шипы, типа они были, но их уже не было. Сейчас пойдем примерять. В общем, тут это помыл. Ну, тут было чисто. Но я еще и помыл. Помазал литолом 24. Ой, чуть не уронил. Колодки поставил чистые. Ну, и вот здесь вот отпустил, чтобы свелись они. Ну, и все. Сейчас будем это пытаться завести сюда колесо. Влезет она, не влезет, я не знаю. Будем попытаться. Ну и вот, дорогие друзья, все я поставил, все отрегулировал, тормоза, шишки отпилил. И даже сейчас я вот доработал немножко по месту. Вот так вот. Подширыкал. Зазор теперь хороший есть. Это жмяка, и тут там муфта круглая впереди. Ну и осталось поставить колпачочек, колпак, или как там его назвать. Колпак. И прибраться. Прибраться, снять домкрата, накрыть мотоцикл. И мотоцикл у нас уже как бы с таким жестким, мощным колесом. А еще я заметил, что у меня натянуты сильно возведены пружины амортизаторов. Это так было. Я, наверное, отпущу немножко. Я так сильно обрадовался, что колесо все сделал. Но, посмотрев, что оно, это самое, что-то спущено. Вон оно шевелится. Я понял, что радоваться рано.
У меня все по-новому теперь впереди. Снова надо будет камеру вставлять другую. Всем спасибо, всем пока.